what awaits you. Dark prophecy rises, and none of you will hide from my wrath. Друзья, всем привет и приятного аппетита! В его пропуске выпустили личность на фантомку. Теперь это Фантомыч. Или Фантомас. Я не знаю, кому как больше нравится. Поленились ребята из Valve перевести нам, что же здесь написано. Ну, я вам сам переведу. Воспитанный в секрете. Отверженными сестрами скрытого ордена. Асан провел всю свою жизнь в погоне за единственной целью – уничтожить фальшивого пророка, которого его учителя обвиняли в осквернении их веры. И пока охранники этого, я так понимаю, пророка были убиты один за другим скрытыми ассасинами, да, вот этого ордена, Асан оказался в одном шаге от того, чтобы выйти из тени и осознать, что его самые темные пророчества его мастеров оказались истиной. Что же здесь случилось, ребята? Новая модель. По сути, ну, герой абсолютно новый. То есть ничего общего с фантомкой он не имеет визуального. Это как будто еще один герой в доте, которого добавили. Анимации новые. Асан, взращенный отвергнутыми сестрами Вуали. А, сестры Вуали, вот это что. Знает приемы Ордена, но использует их на свой лад. Совершенно новыми анимациями. Ему предначертано, как он считает, окончить губительное правление лжепророка. Особые элементы, портрет, иконки, там, скиллы. Все новое. Новые эффекты способностей для даггера, прыжка, блюра, шарда и ульты. И 900 эксклюзивных реплик. Ну что, друзья. Я предлагаю на этом не останавливаться и поехали сыграем на нем каточку. Что, опробуем? Друзья, а для всех тех, у кого нет этой фантомочки, я организовываю каждый день до конца сентября розыгрыши боевых пропусков. Все, что нужно сделать, подписаться на телеграм-канал Травабет, ссылка будет в описании. Нажать кнопку «Пропуск мой» и присмотреть смайлик китенка, если... Твич сейчас онлайн, да, если я стримлю. Все, готово, вы участвуете, проверяйте эти посты каждый день в 12 ночи, залетайте. Если уже есть боевой пропуск, то получите уровневый эквивалент. И вот так вплоть до конца сентября испытывайте удачу, тем более, что ничего для этого делать не надо, просто праздник доты в честь боевого пропуска. И ежедневный отсчет по, собственно, аналитике моей в этом телеграм-канале, ребята. Наконец-то мы прервали лустрик, вышли в плюсовой день, госпожа неудача нас преследовала 4 дня, хотя до этого вроде как все было более-менее, но тут вот тоже бывает. Бывает поражение, круто, что у нас их меньше, чем побед, да, я правильно сказал, да, это офигенно. А вижу иногда вопросы по типу нет таких средств, там запусти какой-то челлендж с меньшими деньгами. Ребята, я это делаю не для каких-то челленджей, не для каких-то там марафонов, нет у меня никаких платных прогнозов, закрытых телеграм-каналов, у меня все максимально открыто, просто и понятно. Я каждый день выкладываю в телегу, куда я, собственно, ставлю и сколько. Все. Если у вас сумма меньше, чем у меня, вот, допустим, у меня сейчас общий банк 369 тысяч, да, у нас было 100 изначальных, мы плюс 270 сделали примерно за 80 дней. Делите это на 100, если у вас, допустим, в 100 раз меньше банк, которым вы располагаете. Это сумма, которой мне комфортно оперировать, потому что я уже очень давно этим занимаюсь. Я всем рекомендую ставить только те деньги, которые не жалко потерять. Поэтому, если вы только начинаете, тем более минимальные суммы, вы должны как бы прочувствовать и понять, что это не заработок, это игра. И, собственно, играть вместе с нами. Ссылочка на Травабет же в описании. Так что подписывайтесь, там каждый день аналитика, каждый день делюсь своими мыслями по просцене. Так, ребятки, ну что? Ух ты, какая красотка против нас. Ничего, мы не таких пахали. Мы не таких жарили. Новая фантомочка только-только вышла. Ну как фантомочка? Новый фантомыч. Давайте называть вещи своими именами. Чё, погнали? Погнали, будем разматывать. Чё тут у меня на личе? Блин, опять у меня лич без манго. Ёпарасоте. Лич, my friend, can you buy a mangas, please, so we can win a lane? Созреет, не созреет, интересно.
Ну не вообще же, вы понимаете, он может дать 3 фростбласта, все. Ну это шок-контент. Я сегодня просто с таким уже играл. Не, на ком был-то, блин, не помню. На антимаге вроде был. Пипец, могли линию просто в ноль укатать. Чувак просто вот такой же закуп сделал. Это Dota Plus рекомендует, мне интересно, или как? Вполне допускаю, что что-то такое. Лич Манго... Так. Лич Манго ПВЗ. Thank you. Ух, какая звучка. Go quietly. Сам ты плохо. Вот так-то дела, ребята. Только глупец терпит глупцов. Кстати, очень хорошая на самом деле словоформа. Мне нравится. Нифига, что он забанил. Ты норм? Потому что мы сами формируем свое окружение, правильно? Сами это все организовываем. Блин, он реально собирается рашить эту штуку свою. Транквилы. Я вот с таким же сегодня играл. Это был финиш. В чем смысл-то от транквила на линии? Все равно ты должен с руки пока добить врагов, правильно? Так. Блин, я не знаю, на Гришарке играть. Но этот гайд он написал еще до личности, поэтому давайте Dota Plus все-таки возьмем. При всем уважении. Против Титана стою, надо стики апнуть быстренько. Ага, не пошло. Мне очень-очень больно. Офигеть как. Can you block Big Camp, please? Звук такой приятненький. Мне нравится. Появились у них крипы на большом компе все-таки. Все, эта линия затерплена тотально. Они стакнули большой. Ну, не стакнули, а зареспили большой. Уже выпулили его. They pulled already, bro. You need to ban. We can't stay like this. Блин. Че ж с ним не так-то, а? Пойдет, наверное. На самом деле неплохо. Враг лич сделал, и плюс я закачал большой кэмп. Звук очень приятный такой, вы тоже слышите его? Очень, по-моему, приятный звук. Мы третий левел можем драться вообще только да. Я не знаю, понимаете, с таким личом очень не хочется брать какой-то коррозион. Здесь третий. Я хлопаю кордиками. Но параллельно качаюсь. Опа, больно. Пойдет, в принципе. Он этим горпио нашел. Чисто замедляем. Оббегаю его по касательной. Он со стиками. У него вагон прям стиков. Оранжевичка Denial. Надо под себя подтягивать. Я забираю. Тангусю мне забурили, хорошо. Пока хорошо стоим. В принципе, ситуация выправилась. Тангусы ко мне едут. Тики япать не хочу. А вот по теху можно, чтобы поувереннее стоять, правильно?
Блюр. Давай, 20% мясов, очень приятно. Очень даже приятненько. ПТ? Давай в ПТ. Хорошо идем пока. Ребят, хорошо стоим. Сколько у него? Один стик. Очень больно, конечно, от этого молодого человека. На его минус арморе нехило, в принципе, коррозион такая бодрая штука. Молоток на лича, они до сих пор не разбанили, стоим в итоге хорошо. Сейчас ему кларики, правда, собьют, скорее всего. Но мне на Титане тоже частенько, кстати, заряжает стики, как и я ему. Это мне нравится. Пойдет, забрали. Вот так вот сделаю, пожалуй. Стоим хорошо. Главное, чтобы ему мана хватало. И дальше. Силы закидывать в пацанов. Ахахахахах. Зафейлил. Зафейлил молодого. Bring more mana, Lich, please, so we can kill more. Не замечаешь его. Тычка очень приятная у этой личности. Мне нравится. Мне нравится тычка. Она такая прям кайфовая. Ой, он принес ману, супер. Там надо ждать, пока он долетит, потом только возвращать, чтобы, ну, типа... Там сразу замерзли. Можешь ебашить. Не, если я сразу, оно не замедлит, типа, я слишком быстро вернусь, ну, короче, не достанет. Чего? У меня сапог уже есть, с сапогом я спокойно кину молоток. Пак, ботя. Койл потратил. Найс загангл, Бартелла. Чё тут скажешь? Неплохой ганг. У меня 8 стиков. Мы линию, в принципе, хорошо стоим. Хорошо. Блин, я не знаю, вот мне регена чуть-чуть не хватает. Я не скоро еще себе куплю, конечно, что-то типа этого. Кольца на реген, я думаю. Какая приятная тычка, ребята. Мне очень нравится новая личность на фантомку. Она прям реально очень кайфово ощущается. Прям круто ощущается. Прикольно, что пак пришел. И ничего они не смогли сделать. Это довольно забавный факт, конечно. О, ко мне тут вся команда пришла. Не мог сейчас найти свою иконку сверху. Забавный факт. Ну, титанчик мальчик у нас. Им, конечно, лучше не драться лишний раз. Топ открыт. Замедлить его, моля, сесть? Да дайте хоть один килл-то, ёб пересете. Топичен. Мне на этой линии комфортнее, на самом деле, чем где-то еще, может быть. Я пока почилил бы здесь. Дюка в обсерверхе. Хорошо.
Там Чен соло вышку пушит. О, стаки. Че, я пойду это задефую, наверное. Так, у меня проблема, у меня пинг 1000. Хуёво. Пусть ЦП вжимает правильно. Титанчик, ты вышел из-под моих пацанов, да, я смотрю? Какая-то лютая тычка, конечно, сейчас была. Че, никто сам не паузит? Ё-моё, я тут добивать пытаюсь. Так, второй качаем теперь, правильно? Правильно. По талантам я его подумал. Не, ну в принципе там... Да не умру сейчас, нахуй. Поехали сюда. Ну, Пак умер, это офигенно. Не стал я тратить еще 45 мана на то, чтобы одного гриппа добить. Офигеть, они их там в боте перевернули. Че, только-только пешком допехал. Без зоопарка, без всего, с чистой мекой. Это очень плохо, когда на чене зоопарка нет. Я как игрок на чене могу подтвердить этот момент. Сюда, это сюда. Катапульта пришла, мне все карты спутала. Смоки идеально за фантомку. За фантомыча, точнее. Ходить и вижен раскидывать. Ну прям супер кайфово получается. Потому что ты... Делаешь то, что саппорты там специально смоки прожимают, да, чтобы вижен поставить, а ты просто его ставишь и не паришься. Я думаю, они бессмертные, что ли? Who meets my blade? I'm sure you've killed me. There will do nicely. To me! Taking this position. Ладно. Чё он такой быстрый? Критуля хоть одна сегодня будет вообще, нет? Вы это видели вместе со мной? Че это за шляпа-то? Криты, здорово, так вы где? Хоть один выпади. Нет, тишина, голяк. Очень приятный звук, ребята, очень. Плюс в комментарии, если тоже кайфуешь. Тычки. Этого молодого человека. Там щемит кого-то? Где он так отхилился-то? Я могу пролететь, но плюс один какой-то нужен. Ребятки, вышка на ровном месте теряю. А, ну он там на ДП закинул. Как-то этот. Что-то нереальное делает. Крипы идут дальше. За тобой сейчас сбоку выйдут. Дай ТП просто. А, у него ТП нету. Ну, удачи ему. На хосте бежит. Очень прикольная личность, мне нравится. Короче, я одобряю. Не знаю, сколько раз я еще это скажу, но она реально кайфовая. Без рофлов. Вот это надо захватить себе. Сидим, качаемся, нетрос приятный. Шмоток уже полно. Пол закуп у нас есть, как бы, да, коррозион, тапок туда-сюда. Смотрите за ней. Без они там стаков качают, конечно. Да, ты гонишь. Дроп фармит хуже. У меня есть ульт, можем в смоке зайти на них. Тройку. Ну то, что он это нашел, это, конечно, пипец. Я там, в принципе, всех убью. У нас это один горит в боте. Закачайте их сами просто, и все. Начение душнило. Он прям реально забирает это все. Ой, хорошо. Парня, есть ТП в топ от кого-нибудь?
Да, лечу. Ага. Жить, жить, еще раз жить. А, отлично. Меня все устраивает. Ну там еще Дракса. Я думаю, там без шансов. Я не хочу, я умру за него. О, там еще мека была, Сарш что-то не пошел. Там бэк за не смогла. Дальше зря пошел. Отлично, БФчик готов, ребята. Все по красоте. Меня засейвили парни, спасибо им за это. Дезолятор? Или чё? Бам, бам, бам. Че как будто БКБ здесь нужнее? Ну вопрос такой, опционально спорный. Они топ пойдут пушить, надо подать чуть-чуть, наверное. Мне Солянова страшно. Я лечу, лечу. Бля, меня сейчас подцепят, наверное. Крипов он долго здесь? Нет. Че возьмем, блюр? Давай блюр закачаю, чуть себе. Сейчас много на да, это сюда. Я им Йолу сниму, Йолом сниму. Можем попушить? Не можем. У нас кончается, я думаю. Надо помочь ему, наверное. Блядь. Не-не, нормально я живу. Пец, он еще и это одинайл на пати. Ну, потный. Ак ТП дает. Лучше выйти как-то, если можете еще выйти. Угу. Не, как не могут. Блин, вот на Вардене бы он чуть-чуть хотя бы по челове бы катал. Он прям вообще как машина убийца бегает. Ладно. Ах, либо застрял. А чё ты ещё страшно? Ты пошёлся оттуда, блядь, Аквардон. Побежали сюда. В целом, пока всё более-менее. Хотя, конечно, это самое. Вардена, по-моему, дела так себе. А меня там все-таки контрит Тракса. Я с ДДХ сейчас пролечу наверх, можем подраться. Если они останутся. Хорошо. Куда он вообще все это кидает, все эти рассказы? Я с ДТХой. Я могу зайти в топовую прям. Момент чуть-чуть потеряли. Разбежались пацаны.
Рокси не будет в драке. А не без нее. Туда прыгать что-то не хочу. Могу кортик кинуть. Ай, почти умерла. Умерла. Хорошо. Могу дизоль купить, ребята. Хорошо, идет у нас каточка очень. Не хочу сольду нажимать. Девять ассистов у меня нормально так. Залетел посопортить пацанам. Это сюда. Это сюда. Анимацию плохо видно, тычки вообще, когда он это самое бахает. Чё, ребятки, хочу я, не хочу вороты брать. Тотальные. Вообще полезно. Против парня на этом полезно. На Титане очень. Потому что это их тройка, верно? Да, поехали так. Не, дизоль есть, если есть экзорцизм, можем зайти на Рошана. Есть. Погнали. Они в боте пока. Они все в боте. Мне еще и у ворота Рошан мне вообще бить не будет. По красоте. Ох, сколько урона, ёпарасота. Можем его бот подобрать. Можем не отпустить, интересно, не? Только саблю у пацана пока что. Можем сразу в Т2 выходить. По фарму у меня нормально, в принципе. Поднял. Отлично, хотел крипов вводить, чтобы мы пушить не могли. Там вообще какой-то гений играет на чене, на самом деле. Курицу только не отконтролил, а все отконтролил остальное. Так и сидит там, офигеть. Нормально, нормально, я пачку веду. Пусть глиф жмут, если чё. Куда столько дэмэджа? Растягиваемся. Гоу под топ. Такс. Чё, куда сюда? Давай сюда сбегаем. Тракса меня только пугает, ребятки. Только тракса. Как-то у него ульта криво полетала, да? Вот этого чена убейте, пожалуйста, кто-нибудь. Да-да-да. Наеду на него. У него ТП будет, скорее всего. У меня его есть. Да, они все в тройке там. И подтягивайтесь под верх, Т2. Ну долго они будут, кстати, подтягиваться, да? Справедливости ради. Что-то полетит на вон так плечо. Так идет. Ребятки, подходите, нет? ДПшка. Да-да-да, или что? Я тут минирую, если что.
certain step. Who dares to test me? Клипчиков у нас нету здесь, да? Этот нашел. Так плохо. Нормально. Ну и он пойдет. Тычечко? Отлично. Все, заходим. Т3 тоже можно, да. Мне БКБ пролетело. У него сон летет. Хорошо, экзорцизм прожатый, все, на кайфе. В центре есть, нет? Тракса с инвизом. Поставь под нами, Лич. Пушим, пушим, я потанчу, у меня ворот. Ща копия. Милишный, милишный. Я с БКБ, мы добьем его. Угу, еще глиф есть. Да, глифы нажали. Я с БКБ. Как же меня Тракса сильно пробило, вау. Так, текаем отсюда. Надо вот это купить, чтобы я мог пассивку вырубать. У них глифов нет совсем, нормально. А Эгис, правда, я не затаймил. Такая это была интересная. Надо сейчас посмотреть. Примерно. Ну вот сейчас Эгис должен был заканчиваться плюс-минус, да? Даже полминуты назад. Получается 26-30 примерно. 34-30, 37-30. Не, подожди. 29-30, 32-30. Вот так было. Ну, Нулифайр бахнет. Нулифайр от Фортика нормально более-менее так работает. Без блинка, походу, или чё? Фига, гений. Можем на топ попытаться. Надо кого-то только поймать вот здесь вот. И можем топ снести, в принципе. Понял. Дрофта. Вижу, силером. Нету? Просвет. Просвет. У нас только сендрик один. Отлично. И побежали сразу. Побежали. Не дать ему грипов отпушить? Хорошо. Отлично. Скорость атаки, урон от этого. Возьму урон. Короче, я в дагер. Таланты по дагеру пошел. Все, выходим. Выйти. Там бай зафорсили, все сделали. Я не хочу драться, я без БКБ уже. Окей. Yes. А, блядь, на меня дрим поставили. Он задержался явно там. F. Там явно подзержался. Тракса сейчас может на меня пытаться выйти. Можем ее принять тут. Я через 10 секунд только прилечу. Ой, дайте мне, пожалуйста.
They won't expect this. Хорошо, пока идем. Блин, ну это тоже прикольно, конечно, но мне нравится Сайленс. Я пока буду резать. Буду резать, буду бить, все равно тебе водить. Высоко сидишь, далеко глядишь. Кого он полетел, нифига себе. А это нормальная идея вообще? Чё-то как-то этот, ребята. Это плохо. Да. Куда он на Вардене пошел оригиналом? Даже не представляю. Он детекшен или че? Смотрячок, блин. Роксай, если здесь появится, одна. Можем быстренько сбрить ее. Мы, в принципе, способны драться. На третий экзо. Жесткий чел. Стоять, бояться. Отлично, отлично, ребятки. Ой-ой-ой-ой-ой, что сейчас произошло, ребята? Да это же фантомочка. Фантомочка со скином. Поехали, почешем. Блин, тут бэкдор, надо крипов вот этих подвести. Они сейчас сами пойдут вроде, да? Нормально. Я вот пачку еще веду. Не-не, все, бэкдор снялся. Обисал? Обисал. Там только тракса, она не должна соваться. Рошанчик уже есть, это скорее всего. Но пака долго нету. Ребята, хелп. Прикольно. Прикольно, парень залетел. Кажется, он в тильте. Поехали, вот что, пака нет, этого нет. За этим прыгать не хочу. Слушайте, хорошая личность. Хорошая личность, однозначно. Мое уважение. Ё-моё, на личе чисто. Батя бегает. Солит там коров по очереди. Русаучик, русаучик. Так, парни, ваши отзывы. Как вам личность на фантомку? Давайте, что думает общество? Ну, такое. Все, я это вырежу, понял. Мне понравилось. Неправильные ответы дали ребята. В общем, 100% дотеров полюбили личность на фантомочку. Молодцы ребята, так держать. Всех с этим делом поздравляем, конечно же. Действительно, качественный продукт, я считаю, был выпущен. Одобряю. Одобряю максимально. Колюче, но ласково. Когда такой большой, что не влезает, да? Ну это жестко. Это жестко. Прекрасно, прекрасно. 12 уровень, кстати, мы квест прошли. Золотая теперь у нас фантомочка. Супер-супер. Так, лайкосов проскидаем. Врагам, кстати, в этот раз не буду кидать. Они там что-то сидят, этот, обзываются. Ну ладно, на Траксе вроде без гадостей. Черт, а кто ему отвечал? А, пофигу. Это их проблема, что они там токсики. Нам же, в общем, от ничего не писали, правильно? 25 тысяч урона, топ урон. 0 ошибок. Идеальное исполнение. Мега красивый отыгрыш. Надеюсь, вам понравится, ребят. Не забывайте лайкать, комментировать. И, если хотите тоже такую личность, но у вас нет боевого пропуска или не хватает уровней, я каждый день разыгрываю их в телеграм-канале. Эти самые истории, да, боевые пропуска и левелы. Так что залетайте и участвуйте. В начале ролика рассказывал, ссылочка в описании есть.
Всем пока.